Артемовский городской округ продолжает бороться с пожарами. Усилия пожарных и добровольцев дают свои положительные плоды, но это не повод расслабляться. По данным, на утро 9 мая в нашем муниципалитете охвачено огнем не менее 4000 гектаров. Простые жители и организации оказывают всестороннюю помощь добровольцам и пожарным на передовой. Организован подвоз воды, питания и необходимого инвентаря. Получены дополнительные технические средства, работает авиация. Касательно последней, добровольцев просят координировать свои действия со штабом, дабы не попасть под полив территории с воздуха, что может грозить серьезными травмами, а то и похуже. Несколько тонн воды, упавшие с неба, это не шутки. Кроме того, необходимо усилить контроль и фиксацию пожарной ситуации во всех территориях муниципалитета. Хотя информация о якобы имеющих место поджогах до сих пор не имеет официального подтверждения, бдительность на местах лишней не бывает. Празднование 9 мая не должно стать поводом для пренебрежения требованиями и нормами пожарной безопасности, а наоборот, стать стимулом к победе над разбушевавшейся стихией.